Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть в God of War. Хорошая война, как я понимаю. Так, загрузка. Ага, первый раз, подождите. Так, а где мы тут? Вручную. Так, это я когда сохранял? А сегодня какое число? А, ну все правильно, вот оно, наверное. Хорошая война. Так, скатти, по-моему, да? Два волка. Один хочет съесть луну, другой хочет съесть солнце. Кстати, спонсор нашей программы Левин Браун, да. Смочим горло. После трудного рабочего дня. Итак. Что мы имеем? Твою ж мать. Кстати, ну-ка. Ради интереса. Не понял. А почему он не кидает? Или здесь он не может вот, его кинуть? Будь готов, когда начнет рушиться. Надо будет действовать быстро. Давай. Давай. Опа. На! Вырвал сердцевину. Прыгай! Ага. Берегись! Ой, что мать! Вот они! Встань за мной и прикрывай! Хорошо! На! Их так много! На, подожди! Подожди, иди! Надо вовремя, да, поставить? Вот так у тебя! Да. Стреляй в них! Я расчищу нам путь! Ладно! Да. Выпускай стрелы. Подожди. Быстрее! Да. Тут много целей, не промахнешься! Давай! Да. Сынок, давай, давай, давай! В узком пространстве. Подождите. Толпа сама себе мешает. Не отвлекайся. Блин. На. На. Это последнее. Скорее. Где? Вот сюда. На. Давай, 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 выламывай, выламывай! Есть заморозка! Субзиро в действии, субзиро! Сын! За что хватаемся? Поехали! Так, ну я-то почти бессмертен, да? Я так понимаю. Конечно, сын помогает. Ты ранен? Нет, нет. О. Ого, красота. Что там? Красиво. Давай заряжать тетиву. Там что тебе надо, блядь? Свет. Все заряжает. Восстановил весь храм. Он тут основа всего. Это прекрасно, прекрасно, молодые люди. Погоди, он поет. Ну он живой, типа, его голос слышал. Ее голос! Её? Я же тебе говорил! Думаешь, она там? Я уверен. Что не так? Очень больно. Руку огнем обожгло. Огонь! А, он, подождите, если огонь, то может быть здесь этот какой-то там огонь есть, который топор может прокачать. Жди здесь. Но я жди. Хочу. Здесь. Какой там огонь-то, какой-то осколок огня, что ли, там надо было. Топор, это на крайний случай. Топор сыну. Ты даешь мне свой топор? Я даю тебе его на время.
Да, сынок. Это не подарок. Спасибо. Спасибо не за топор, а за доверие. Доверие, да. Должен встать туда, он сказал. Она сказала, ведьма. Давай. Туда надо войти как-то. Учитывая, что я бог. Мою силу там можно использовать, нет? Штука эта. Ой. Нет, это не экран у вас черно-белый, это картинка такая. Что за мир это? Фэй. Кто-то? Пожалуйста, вернись. Ты оставила меня тут. О, Трэй. Сожаление. Лес сожаления. Нет, я на это не поведусь. В Том Райдере подобное такое было, когда шел к ведьме. Ни хрена, меня этим не купишь. А он всегда уходит. Его никогда нет рядом. Я ему не нужен. Заткнись. Не буду нужен. Как ты мне не нужен? Ты же сын. Плоть от плоти, кровь от крови. Как ты мне не нужен? Ты мне еще как нужен. Так, стоять. А мы посюда вроде ходили, да, с тобой? Сынок. Подожди, если получается, я как бы перешел в тот, то мне надо, получается, домой к избушке, к жене. Так, ладно. Тут, правда, все немного искажено, коряво и не совсем получается. Да, смотрите, я оказался прав. А что это, прошлое, настоящее? Что это? Интересно мне уж. Интрига? Подожди, так это тут я должен был... Что ж, ну, желающие, кстати, мне помочь, напоминаю, собираю средства на видеокарту, так как игры стали тяжелыми, а зарплата мне сразу купить ее не позволяет. Поэтому все, кто может или желает помочь, реквизиты в описании. Номер карты, номер электронных кошельков. Даже рублю буду рад. Буду благодарен. Да. Курочка по зернышку клюет. Хотя бы так. Я не знаю его, а он не знает меня. И, похоже, не хочет знать. Да как не знаю тебя? Я сильный. Чё? Я умный. Я не такой, каким ему кажусь. Ты, конечно, я же лучше сильный. Знаю. Я тоже уверен, что ты сильный и умный. Я тебя никогда дураком не считал. Он со мной не говорит, не учит меня ничему. Лучше бы это он умер, слышишь? Он, а не ты. Ну нельзя так говорить, ты чё? Умирать вообще нельзя. Но я это не всерьез. А я что, ещё правильно иду, что ли? Просто хочу, чтобы он был хорошим. Я знаю, он может. Я стараюсь, да, быть лучшим. Если он попытается, я тоже. Но если нет, прошу, вернись. Я знаю, что ты меня слышишь. Сын, мать ушла, и даже я, бог войны, не в силах вернуть ее с того света. Да, Хель, вспомнил, Хель, это богиня смерти, да, у скандинавов была. Только она может вернуть. И то она не подвластна, потому что хоть она и смерть, но всему есть череда. Есть начало, есть конец всему. Тут уж как ни крутить, такая Фэй. Жизнь. Подожди. Кто меня вытащил? Сын, что ли? Нет! Нет! Что ты наделал? Зачем ты это сделал? Я тебя спас! Ты попал в ловушку! Я ждал и ждал, но ты не выходил! Я сам тебя вытащил! Сын! Меня не было несколько... Сколько тебя не было? Нет! Ты ушел туда очень... очень давно! Я не знал, что делать! Ты бросил меня! Опять! Игры разума! Но тебе же плевать! Нет, сын, нет! Не может быть.
Идем, пока они не вернулись. Ни хрена ты их перебил. Ты нашел, что хотел. Сын, ты реально мой сын, если учитывая, сколько трупов здесь. Ты реально мой сын, тут уж не поспоришь. Я горжусь тобой, сынок. Смотри, вот выход. Но нет света, мост не появится. Мы тут застряли. Да, это порт. А ведьмина тетива бесполезна. Подожди. Тут единственное, что, да, нет подсказок. Мир большой. Я бы не сказал большой, он сказал бы огромный мир, действительно. Даже Готика 3 маленько не такая. В Готике 3 то направление есть, хоть она и большая, да. Но здесь направлений нету. Нет этих матерых подсказок, которые тебе подскажут, что как правильно, где неправильно. А ведь надо еще мальчик, в ответвление отходить. Лук. Дополнительные задания. Давай-ка. Ключом этим подзарядил. Вы получили стрелы света. Стреляйте ими в кристаллы, чтобы зарядить их светом. Я понял. Выпал так. Ну-ка нахрен. Да не то. По моей команде выпусти стрелу в камень. О, я за парня играю, ни хрена себе. На. Сработало. Теперь можно возвращаться. Идем. Топор верни. Подожди, идем. Стой. Навыки. Так, сынок, я постараюсь тебя... Так, а что, прокачать до конца? Ой, конечно! Так, стрелы, что? Света накладывают на врагов еще более сильный эффект ослабления. Естественно. Стрелы, так, от оглушения, конечно. Сына я поддержу в чем бы то ни было. Так, а теперь давайте оружие и... Подожди. Руны призыва. У меня же руны есть. Мать, почему я не могу с сыном поделиться своими рунами? У меня же там какие-то руны оставались. Так, мне надо прокачать. И мне надо в ресурсах... Так. Вот замерзшее пламя мне обязательно надо, потому что мне топор качать надо. Я не знаю, правда, где и как это достается. И мне надо прочная сварвальхсталь какая-то. Ну, это не суть важно. Вот она мне действительно нужна. Ладно. Так, давайте смотреть. Угу. Путь у нас и выход один остался. Здесь у нас ответвлений нет. Сына, ты молодец. В любом случае, как бы ты ни крутил, я всегда буду на стороне сына. Но так как у меня в реальности есть дочь, я буду на стороне дочери. В общем, на стороне ребенка. Как бы то ни было. Лестница завалена. Так, он не прыгает. Но вот здесь, да, вот здесь он спрыгнул. Вон там впереди световой кристалл. Надеюсь, он поможет нам выбраться из этого дурацкого, да, мира. Игра вот много жрет, да? Много жрет. Прям чувствую. У кого что, конечно, на Соньке 5 там нормально она идет. Либо на охренеть, как прокачанном компе. Вот это что за горшок? Так, а как мне на сына-то переделаться? Ну-ка. А, вот так вот. Сыно. Минутку. Продолжаем. Так, ладно. Идем сюда. Что мы видим? Ни хрена мы не видим. Камень. Подожди, его надо ставить либо туда, либо туда.
Твою ж мать, давай вот сюда поставим его для начала. Что-то появилось. Ну-ка. Охренеть, тут головоломочка-то такая. Как сказать? Немного, конечно, несуразная, но, блин, с одной стороны, она очень даже прикольная. Камень переставляешь, бегаешь, блядь, как Чип и Дейл в Дэнди. Буду бегать с этим камнем. Редкий предмет чары улучшает. Давайте посмотрим. Чары. Я даже не знаю, где они находятся, которые только что взял. Блин. Твою ж мать-то. Так. Подождите, вот они. Ну, нет, это не она. А, мне такая нахрен не нужна. Это руны. Блять, а где чары-то? Оружие, чары. Вы чё, падлы? Издеваетесь надо мной, что ли? Это талисман. Чары должны быть либо... Так, о, сто, подожди. Урон 2, ну тут лед зато. Пипец. На. А, это тот, который у меня был. Вот я смотрю, он хороший-то. Так, здесь у меня 3. Так, у меня стоит, чё? 4, 2, 3. Этот поменьше, но зато лед. Хреначит, этот 4 и прям пипец. Ну, у каждого, конечно, свои плюсы. Свои плюсы, свои минусы. И кто как сражается, кто-то на дальней дистанции сражается, кто-то на ближней дистанции сражается, кто-то магом, кто-то вампиром, кто-то эльфом 80 уровня. Это не важно. У каждого свои вкусы, свои предпочтения и так далее. Поэтому судите, решайте, что вот этот навык очень хорош, а этот не очень. Просто кто как привык. Кто-то привык пользоваться женщинами, кто-то правой рукой. Суть не меняется, дело остается одно. Так и здесь. Так, а я не знаю, мне... Ага, и что получилось-то? Где? Чего? Кто? Твою ж мать! Подожди, я тебя не могу взять. Так, смотрим, где что изменилось. Вот реально, я сейчас не знаю... Может, мне обратно придется идти. Подожди, ну где-то же что-то. Бля, вообще не то. Так, а или мне это как пример приводится здесь? Минутку, я как понимаю, это мне просто привелся пример, как вообще камни эти пользуются и как они расходуются. Так, правильно? Подожди. Майте, блядь, у меня только мат-перемат на устах. Ты-то что здесь стоишь? Ой. Трудный ребенок 2, блин. Так. Как мы должны там все это переходить, я не знаю, честное слово. Так, ты открыл вот этот мост. Подожди, или он временно открывает мост? Мне как-то надо вот эти хрени разрушить. Это я точно понимаю.
стрела не пробьет то, чем покрыт камень. Вот и я про то же. В свет я уже войти не могу. Видимо, насытился. Так, блин, нет, где-то там все-таки выход. Думай, голова, думай, шапку куплю. Тут вот есть, конечно, вот такое вот. Но я не уверен, что это вообще оно. А то, что здесь дает, она дает вот только вот. Ну, сундук собрал я и чего? Потом унес туда. А, вот оно, подождите, все. Сына, валим отсюда. В срочном порядке. Папка все придумал. Ну как придумал? Наполовину придумал, наполовину ты сделал. Где ты? Так. Вы к сыну даже и не вздумайте лезть. Так, минутку. Не понял. Схрена ли ты так? Что-то за камень. Ай! Подожди, я где-то что-то убрал. Это факт. Подожди, стой минутку. Вот так. Вот. А, сундучок! Я его даже не видел, представляете? Даже не заметил. Так, ладно. Сундучок. Такс. Неплохо. Блин, я думал, мне как. А, ага, вот смотрите, тут какая-то штука. Минутку. Это подниматься наверх. Но мне наверх сейчас не надо. Подождите, я только здесь обосновался. Получается, наверх это опять туда, опять бежать туда. Нет. Это какой-то. Я не знаю, фетиш. Побежали. На. Давай, 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 беги. Да ты думал, я ухры-мухры тебе? Да ни хрена. Это, кстати, реальный чел. В отличие от тебя. Кстати, реальный. У меня уже нету реально. Бог войны, если. Бог войны, если тебе что-то говорить, их надо делать. Сына. Ага. Ох ты, подожди, где-то. Что-то я нажал. Икс. Вау. Херах, разворот 180 градусов. Ну наконец-то! Я зажгу кристалл, если скажешь, откуда стрелять. Скажу. Да отсюда стреляй, возвращаться на твою шмай. Да, что-то у меня веселый денек устанавливается. И пива мало. Но тем не менее, сколько бы то ни было. Сколько бы то ни было. Так. Я не понял. А, я прошел туда, чтобы сделать вот это, чтобы сделать вот это. Чтобы сделать вот это. А вот теперь наверх. Все, понял теперь, почему-то расщелина здесь.
чтобы не бежать туда. Все. Вот видите, голова такая умная. Шапку куплю ей. Вон откуда. Эти лошары даже в расчет не берут. Это после игры игра коллапс после игры коллапс. Нахрен они такие мамкины сынки. Кстати, коллапс вышла, ну, давненько вышла, старая игра, она у меня есть, представлена, советую поиграть, очень интересно получается. И мечом помахаете, и из пистолета постреляете. Виды оружия: дробовика, автомат, пистолет, полупистолет, там полуавтомат, как я не знаю правильно, как правильно его назвать. Пройти. Подожди, сынок. Да. Да. Вот так. Еще немножко. Да, подожди. Да. Я что-то в последнее время никого не рву. На. Подождите, с него ничего не выпало? Нет, ничего не выпало. Но здесь что-то выпало, это и возьмем. Ой, времени у нас мало, мы еще не вышли даже из круга этого эпицентра, так скажем. Я не знаю, как это назвать правильно. Но свет, который мы оказались, это получается эпицентр этой карты, этого мира. Мы же в новом мире, получается. Итак. Урон, лед. Но у меня сейчас гораздо больше, у меня еще и оглушение есть. Ну-ка еще разок. Ой. Касание хель. Хель, я говорю же, смерть. Это смерть. Ну, блин, я даже не знаю. Касание хель. Оно даже звучит. Хорошо. Я, может, говорил или не говорил. Есть такой замок Белого Волка. Не помню, кто писатель. Замок, это несколько книг есть. Белянин, либо Баженов. Вот кто-то из них. Замок Белого Волка. Это точно запомню книга, название. И тому подобное. Это очень интересные книги. Их несколько книг. Я советую вам прочитать. Это юмористическая книга про человека, который мог пользоваться, перемещаться в мирах. Так. Ага. Вот, и получается, он жил в двух мирах. Этот человек. У него была дочь. Очень интересно. Кстати,
И, ну и дядя, естественно, тот вообще полный угар. Поэтому я и говорю, что это вот кто-то, либо Баженов, либо Виктор Баженов. Кто второй-то? Белянин. Андрей Белянин. Да. Советую почитать. Почему в бумажном варианте? Потому что в бумажном варианте это, как сказать, более насыщенно. Это лучше, чем аудиокнига или по компьютеру читать в бегущей строке, либо в компьютерной книге. Потому что даже сам запах бумаги, он вам передаст всю атмосферу. А учитывая, что они там вытворяли, это прям трэш. Если вы родились с 2000 года, то для вас это будет действительно трэш. Много нового узнаете. Интересно, кстати, писатели Баженов и Белянин. Это очень интересные писатели юмористического жанра. Ну, также они фантасты. Кстати, посмотрите, у них оценки, я не знаю. Я бы им ниже 10 из 10 не поставил бы. Смотри, синяя дверь, которая не дверь. И чаша песка. Ну как же я до нее доберусь? Синяя дверь, которая не дверь. А! Блин, твою ж мать! Прошу прощения, я ж, блин, даже думать не думал, что вот такая хрень может быть. А еще можно оттуда утащить, еще дальше утащить отсюда, чтобы отсюда не тащить. Еще дальше утащить. И получается, издалека просто притащить она. Может быть. А такая хрень может быть. Уверен, головоломка такая должна существовать. Потому что тот, кто думал, это думал, чтобы как бы драчкануть немного здесь людей. Так. Стой. Так. Мне надо куда-то туда пойдем? Спуститься и пробить эти три штуки. Ну куда спуститься? Я ей-богу не знаю. Сейчас я с вами буду здесь зависать. Я даже не знаю, как это правильно. Ну-ка, кстати. Нет, она не действует. Так что давайте будем смотреть, ребята. Я реально даже не представляю. Чтобы срубить снизу или сверху, надо... Сейчас, кстати, давайте посмотрим. Сверху же то же самое, что и снизу. А, диагональ одна. Господи, спасибо, что ты мне геометрию преподавал. Что геометрию я учил, да, и сдавал экзамен по ней, поэтому как вверх, так и вниз у меня башка в этом направлении у меня еще работа. Ой, погода на улице прекрасно, 6 вечера, а такой сумрак, как будто придождевая погода, хотя зима на улице. Зима на улице, а у нас придождевая погода. Ой, ж мать. А куда мне тут? Эй! Вы чё, бля? Ой, я. Так, а как это относится вообще? Твою ж мать. Так. Так, ну давай посмотрим, подожди. Я просто не знаю, ну-ка. Я могу в любое место его поставить. Я уже понял. Просто я так думаю, что что-то я недопонимаю в этой ситуации. Ага. Так, ну сундук я, кстати, вижу.
Вот здесь вот что-то должно быть. Твою ж мать, ну-ка. Я прям понимаю, что здесь что-то должно быть, что как-то это должно работать. Бля. Где-то что-то сработало. А где и что? Я не знаю. Подожди. Твою ж мать-то. Я, извините, но я, ребята, я застрял в этом промежутке. Ну-ка, сынок, подожди, давай вытащим этот грёбаный камень и поставим его на первое место. Просто надо смотреть, где что появилось, а я не вижу. Нет, и бери его. Ой. Не факт, что... Может, мы вот здесь его поставим, а там мост вырастет. И уж потом где-нибудь, как-нибудь, эта хрень аукнется. Нет, смотрите-ка, не вырос мост. Так. Да что это, мать-то? А как? Что это значит? Семя. Запомни форму. Ну, ясное дело. Твою ж мать, и все, что ли? А что? Как сказать, а куда это применить-то? Так. Мы давно вот здесь стоим. Вот. Ну? О, ну-ка ж. Блин. Я весь в расстройстве сейчас.
Так. Я так понял, здесь что-то не сработало у меня. Что? Тебе яичницу пожарить? Жарь. Итак, давайте. На. Итак, все так у нас классно получилось. Так. Теперь собираем. Может, не будем грабить так. Священное место, а просто уйдем? Если я захочу узнать твое мнение, я спрошу. Так, не получилось, ладно. Значит, с одного места там можно просматривать. Подожди. Так. Вот так. Нет. Первый вернулся, да? Давай, 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 давай. Вот так. Открываем. Рок. Второй, это мы знаем. Так, минутку. Здесь мы больше ничего не можем взять. Идем сюда. Так, тут внизу ничего не можем? Нет, ничего не можем. Как Бэтмен мы не умеем. Ладно. О, я умею бежать с ним. Теперь можешь достать до чаши. Ну да. Так, до чаши-то он может достать, но только как? Твою ж та мать. Чаша есть. Ну как туда попасть? Подожди. Ну-ка. Ни хрена не так. Ой, что-то все так замучено, замудрено. Ты должен... А, подожди. Может, тебя подсадить где-то надо? Давай. Опа. Смотрите-ка, я угадал. Ну, давай. Так, минутку. И муж, звери, яблоня. Все тут у меня подпитка пришла. Да, это семя. Глупый загад. Все-таки это дверь.
Вкусно. Ой-ой-ой. Это кто? Это светлые или темные эльфы? Вопрос вопросов. Так. Минутку. Выйти мы вышли. Светлые эльфы вернулись, когда мы очистили свет Альфхейма от того, что с ним сделали темные эльфы, и они все явились в храм. Озаренный светом Альфхейм стал очень красивым, а светлые эльфы, кажется, хорошие. Они ничего не говорят, но, по крайней мере, не пытаются нас убить. Папа сказал, что я не торопился с выводами, на что он... Ну, что он понимает? Пока я в одиночку отбивался от целого роя темных эльфов, он делал что-то непонятное внутри света. Что бы он там ни говорил, я рад, что мы вмешались. Я тоже рад, что он вмешался. Идем дальше. Ага, а вы, я смотрю, в дальний путь собираетесь? В Мидгарде есть заброшенный храм, который один гном превратил в свой личный склад. Там полно сокровищ, которые он собрал, путешествуя по мирам. По разным мирам? А в каких он бывал? И что нашел? Фафнир, скажем так, агрессивно коллекционировал волшебные артефакты. Чем больше их было, тем сильнее он хотел найти новые. Опасность он презирал. Однажды он отправился в Нифльхейм. Зачем бы вы думали? Точильным камнем. Ха, крутой, наверное, был камень. Давай лучше сразу к сути. Это да. А у меня, кстати, есть ключ-камень от склада Фафнира. Возможно, там вы найдете что-то полезное. Ого, спасибо, Синдри. Пожалуйста. А, и еще. Если найдете тот точильный камень, я буду рад, если вы принесете его мне. Так, ладно. Ну, чем могу служить? Советую действовать осторожно. Я был в этом хранилище больше века назад, и там уже развелось много всякой мерзости. А твой друг на нас не обидится? Нет, вовсе нет. Он умер. Кажется. А, кажется. Чувствую. Не стоит. Это рано или поздно случается с теми, кто странствует меж мирами, собирая бесценные артефакты, у которых есть хозяева. Да, у которых есть хозяева. Правильно ты подметил. Отлично. Снова этот рогатый. Что ему теперь-то нужно? Ну откуда мы знаем? Он меня бесит. Он еще вернется. Так, давай-ка посмотрим. Нам точно нужно туда спускаться. А ты знаешь другой путь? Нет. И? Поехали. Используйте подъемник с чашей. Вот, наверное, он, вот подъемник, подъемник. С чашей я не знаю или нет, но это подъемник. Так, что у нас имеется? Минутку, подкрепление. Так. Один из этих артефактов. Странная вещь. Сундук. Но отсюда нет пути наверх. Я знаю. Но это не значит, что мы здесь не должны походить. Так. Предположим. Допустим.
Ага. Это получается нам только линейка осталась. Ладно. Вот и тут хотел рассматривать, честно сказать. Да. Ну давай. Убил. На. Еще немножко. Да. Вот так вот. Может, с такими тварями только так и надо. Стреляй так, на слух. Учись. Учусь. Подкрепляемся за место него. Так, а что мы тут имеем? Итак, у нас три пути. Как мы переберемся туда без кристалла? Найдем кристалл. Да. Да. Вот так. Вон там какой-то зал. Так. Там какой-то зал. Ага. Это я без тебя сейчас увидел. Пойдем. Он закрыт. Ага, надо будет... Туда, куда-то. Зашли, да, вы проходил самый последний зал. Так, еще подкрепиться. На. Я его убью. Как здорово. Твою ж мать. Пойдем дальше? Так. Так, нет. На.
него падлы. Да. Так. Сынок, ты молодец. В бесконечных войнах между светлыми и темными эльфами было потеряно множество... Это мы знаем. Ты точно хочешь таскать его в руках? А что будет, если на нас нападут? Гляди в оба и молчи. У тебя выбора нет, сынок. Когда-нибудь ты это поймешь. Так. Сейчас мне надо сюда. Я так думаю. Стреляй, мальчик. Я знаю, что делать. Так, учитывая, что... Ага. Учитывая, что здесь мы не знаем шифра, даже когда включим, нам нечего будет подать сюда. Ладно. Идем за шифром. Я так понимаю. Наконец-то. Можно использовать ту же чашу песка, что и в первый раз. Скорее бы выбраться. Скрыта гробница. Ой-ой-ой-ой-ой. А, здесь же тюрьмы были, точно. Я уж сам вспомнил. Подожди. Подожди, подожди, подожди. Пойдем со мной. Я кое-что хочу проверить. Так. Жди минутку. Блин, а тут вообще полностью тьма-то образовалась. Так. Так. А, блин, там же назад пипец, как можно уйти. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Стой. Да. Давай-ка посмотрим, насколько я смогу уйти. Не понимаю. Подождите, я же сюда выходил, да, первый раз? Так, ладно. Предположим. Так, это я понял, где я нахожусь.
Так. Мне надо... Подожди, сын. Вот он, сундук этот грёбаный. И я вот без этого моста не мог его разрубить. Я так понимаю. Ну-ка. Спокойно. Так, а как мне разрубить-то вас? Ай-яй-яй-яй-яй. Не понимаю. Действительно, я не маленько не понимаю, как это можно сделать. Да вроде делаю это все правильно. В чем-то секрет есть? А в чем только? Я уверен, в этом сундуке что-то хорошее лежит. Только что? И как это забрать, даже если две разрубаю, она ни хрена. Где-то должна быть третья. Ну где? Я не понимаю, ей-богу. Ну и хрен на нее, ладно, давайте побежали дальше. Так, у нас здесь мост был. Вот так. Так, нет, подожди. Так, а мы где? Мы снизу пришли? Откуда мы пришли? Камень там, подожди. Я точно помню, что мы где-то камень должны были крутить, вертеть. Вообще не там. Так, минутку.
Ой. Подождите немножечко. Я запутался. Так. Все, понял, как мы. Берем отсюда. Идем туда. Все. Разобрался сам. Сам разобрался. Вот сюда идем. Сейчас ставим, посмотрим, что будет. Нет, давай. Б, Ф. Не понял. Ни хрена не так. Так, подождите. Надо записать где-то это. Так. F внизу, B вверху. Тут типа W, тут как бы F вверх. Ладно. Так, для начала. Смотрим, что здесь есть. Где-то что-то исчезает. Так, Б есть. F. W неправильно. Взял этот гребаный кувшин, ой, кувшин, гребаный сундук. Так, обычный предмет, огромная броня. Охренеть. Ой. Так. Все, берем и утаскиваем.
Будем уходить отсюда. Пойдем дальше? Конечно. Все, что здесь мы могли получить, мы получили. Все, теперь уходим. Так. Кстати, хочу напомнить, кто может или кто хочет помочь, я собираю средства на видеокарту, так как у меня, моя зарплата не позволяет покупить ее сразу. Для этого нужны накопления, причем очень долго. Поэтому я буду рад даже рублю. Ссылка в описании, куда вы можете сбросить, помочь. Как правильно, я даже не знаю, никогда не просил об этом, но тем не менее сейчас вот. Ой-ой-ой-ой! На! Подожди! На! Подожди! А тебя так нахреначит хорошо! Подожди. Вот так. Он мне что, ограничил эту способность видеть, что ли, или что? Тихо. Я иду к тебе. Воскрешай меня. Ты жив? Да, конечно, жив. Но этого Кастридера сейчас я уничтожу. О, Кастридер. Я не знаю, о чем ты говоришь. Хрен тебе! Сдохни, тварь! Сдохни, бабка! Нет, не может быть! Что он сказал? Что мы сделали... Так, рун... Так, призыв призрачного волка, который трижды бросается на врагов. Вы получили рунный призыв. Конечно, улучшить. Вот так. Роковую ошибку. Ой, не тебе это говорить. Мы помогли не тем? Я. Так, мы только что убили короля темных эльфов, который все это время нас преследовал. Я понимаю, что должен радоваться победе, но перед смертью он сказал, что светлые эльфы плохие. А вдруг это правда? Вдруг мы все это время дрались с хорошими? Светлые эльфы не выглядят злыми, но если они первые начнут войну, может быть, темные эльфы просто защищались. Как все запутано, теперь я понимаю, почему папа не хотел вмешиваться. Но дай об этом угадаю. Ему не скажу. Ты с умным видом скажешь, что не надо было влезать? Довольно. Пойдем уже. Пойдем. Ты помнишь ответ? Да, да.
Вот так. Сын, прочти, сын, что написано. Ты говоришь со мной только... Сын, не булькай! Тебе есть что сказать мне? Я говорю, ты обращаешься ко мне, лишь когда я должен перевести что-то. Была бы тут мама! Была бы твоя мать жива, нас бы тут вообще не было. Атрей. Забудь. Ладно. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Напоминаю, сборы на видеокарту осуществляются. Ссылка в описании. Пока!